Глава 12. Дары моря. Квартира Марти, 22 сентября 1951 года. Мой дом сгорел, вместе со всеми сбережениями. Были даже какие-то проблемы с полицией, но Эдди все утряс. Страховки на дом у меня не было, так что пришлось пока жить в этой дыре, пока не встану на ноги. Но мне хоть удалось спасти Лео. Он исчез без следа. Вряд ли даже Фрэнк Винчи знал, где он теперь. И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города. У нас с Джо появился новый напарник. Привет, друзья, с вами Терминатор. Мы продолжаем проходить мафию вторую. Нам уже поступил звонок. Только я не знаю, где телефон находится. А теперь знаю. Алло, кто это? Привет, Вита, это Генри. Эй. Я тут затеваю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн-парк, поболтаем. И ствол возьми. Ладно. Ну, до встречи. В Линкольн-парк, значит, да? А где находится... А, шкаф я нашел. Где-то моя черная куртка. Эй, что за говно? Куртка, падла, сгорела, вонючая. Сковородка тут. Так, выходим из нашего дома. Где там наш гараж находится? Какую мы машинку возьмем? Вот эту! Огненную! Погнали! Да я смотрю, куда еду, иди нахер, тварь. Смотри, какая у меня точила огненная, прям вообще. У нас сейчас задание. Встретиться с Генри. Затевает какую-то сделку важную. О, блин, я врезался нечаянно. Да неужели они поехали на зеленом свете, стоят упыри, реально тупые лохи. Какал и пукал я на вас. О, надеюсь, проедем. Где-то они удобно сделали. Прям сразу в левую полосу мы встанем. Таких машин ни у кого нет, кроме меня. Давай, пока зеленый, едь быстрее, тварина. Оба! Оба! Так, подъедем. Здесь нам надо поворачивать. Сзади нас уже вон какая гора машин. Хрена там линия. Кто там свистит все время? Зеленый свет наконец-то зажегся. Блин, здесь красный. О, зеленый. Погнали. Давай, грузовик. Здесь мы опять благополучно встаем на красном свете. На красном сигнале светофора. О, грузовик, грузовик, я хочу на таком поездить. Так. А, нам прям просто ехать надо. Давай, поехали. Блин, ты куда заворачиваешь-то? Ты видишь, машина едет. Да что же дерьмо? О. Почему они в другую полосу, они в левую встают? Благополучно доезжаем мы до...
нашей точки. Здесь мы заворачиваем, и мы уже приехали. Да ведь? Так, здесь припаркуемся. Побежали. А вот и он. Эй! Как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай, я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клементе, конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно, интересно, а мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще 1000 за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7,5 тысяч прибыли за кило. Да, но как же Фальконе? Он не узнает. А если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, но если Карло единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Китаёзы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китаёзы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. А за сколько она уйдет? За 110. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один ростовщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики — это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком. 20 штук за один день. Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Какие-то темные делишки вы мутите? Так. Ладно, побежали. О, хорошо то, что я взял... Ой, простите. Хорошо то, что я взял... машину. Прям как чувствовал. Давай, садитесь в мою точилу. Погнали. Это далеко ехать? Вниз, вниз. Опять через эти светофоры грёбаные. Кто этот тип, к которому мы идем, Генри? Его зовут Бруно. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст он. И больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще трое. Но если ты готов просить 35 штук у Карла или Фрэнка Винчи, вперед из песни. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни. А потом расстрелял его в упор из автомата. А, этот? Слушай, мы же договорились, не будем об этом. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? Нифига себе. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все по-тихому. А ему можно доверять? Конечно, все серьезные люди постоянно у него занимают. Если мы расплатимся вовремя, проблем не будет. Мы расплатимся же вовремя. Пока на светофоре постоим. О, зеленый, поехали. Зеленый, ой, там зеленый загорелся. Нормально, нормально, нормально. Живем, парни. Капец, я где в жопяре самый стою сейчас. Красный уже загорится в это время, пока я доеду. О-о-о! Нам прямо. Вон там еще зеленый. О, здесь нам везет. Здесь мы проезжаем нормально. Ну, так мы благополучно проехали светофоры.
теперь мы едем. Ну тут светофора нету, можно так заворачивать. Черт! Фары целые, сойдет. Чуть-чуть зацепили машинку мы. Ну ладно. Вот так мы до ростовщика уже почти доехали. Или до кого там? До Бруно. Менты опять, как обычно. В жопу себе пикни, мент поганый! Все, тормози тут. Все, торможу. Отлично. Да, где вход-то вообще? А, вот и он. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно, секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри, но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. И возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Мы вышли из этого здания. От ростовщика. Он нам занял бабосов. Теперь у нас важная миссия. Поезжайте на склад Дары Моря. Сейчас мы на них поедем. О, машина здесь уже уехала, которая перед нами стояла. Садимся в мою точилу. Блин, а как мне развернуться теперь? Молодец. Хрена вы здесь линию построили? Я смотрю, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Библию, Генри? Ты что, читал? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и спросил у священника. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов, нет шлюх и плохо кормят.
Да уж, точно подмечено. Оу, я там 45-го не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Упокой, Господи, ее душу. А ты, Джо, когда был в церкви? На Пасху. Ну, неплохо так. В 41-м. Беру свои слова обратно. Ад по тебе плачет. Что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Небось, тот же тип. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортир чистит у Карла в заведении. У которого всего два пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Саутпорта. Дошло? О, да, понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, Краб дебил. С нами такого не случится. Естественно, не случится, потому что мы провернем дело сегодня суперское. У меня уже бензин, он мигает. Фак! Я надеюсь, мы доедем. А бабосов-то у меня нихера нету. Че там, копы за кем-то погнались? Че это за говно? Нахер он посреди дороги машину бросил, олень? Комнатное мудло. Что с ним такое? Таксишка врезалась вон. Что за дебил? Я так сейчас не доеду, у меня. А мне вообще прямо ехать, нахрен я тут стою. О, пока зеленый, проедем. Ты меня еще там покричи, поучи. Да, еще бензин, если закончится, будет вообще капец. Денег у меня на заправку вообще нету. Это уже проблема. Я бы с радостью заправился тут. Да и заправка-то недалеко прям. Так вот, бабосов нету. Вот с этим уже проблемы. Жесткие причем. Может, они мне займут? Или может там что-нибудь продать? Блин, бенз кончается. Фак, доедем, надеюсь. Там уже другую тачку возьмем. Пока зеленый! Иди нахер. Тормоз. Куда? Лохобойно. Почти на месте. Заезжай во двор через ворота. Заезжаю я через ворота, окей. Приехали. Бен захватила нам. Все. Установим машину мою здесь. А теперь за мной. Ладно, погнали. Здравствуйте, мистер китаец. Хай, у нас дело к твоему боссу. Следуйте за мной, джентльмены. Мистер Вон ждет вас. Следуйте за мной, джентльмены. Куртку черную мне купите. Мистер Вон ждет вас. Если ждет, это хорошо. Потому что мы их к нему с подарками. Интересно, а что они? Они сами не могут, что ли, эти китайцы продать этим нигерам наркотики? Не за 35 тысяч, а за... Короче, за больше.
Добрый день, Генри. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. Ваш чемодан достаточно набит? Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот ваш товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм — это чуть больше 2 фунтов. Какой будешь проверять? Окей, порядок. Я рад. В следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Самое сложное позади. Осталось... Ура, самое сложное позади. Меня устраивает. Давайте отсюда свалим по бырику. У меня все на мази. Неужели все нормально прошло? Эй, что такое? Добрый день, господа. Эй, менты, вы что здесь забыли? У вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Какие туфли? Стойте, эти ребята не копы. Убей, урода! Стреляйте! Кто, интересно, хочет нас убить? О, блин, еще менты. Выкуси! Побежали. Там он еще по нам стреляют. Эй, как он по мне попадает? Я по нему не попадаю. Да иди нахер, короче. Ёй! Сколько их там внизу вообще? Я тебе сейчас голову вынесу. Подожди, да я тут воюю вообще-то. Так, положил. Вон еще один. До свидания. Пошли уже, дверь. Да ты не видишь, тут война. Вроде... А, вон еще один ходит. Откуда он стреляет? Вон он. Давай, выходи, я тебя подстрелю. Ёй, тварь, на... Есть, убили. А вон еще один внизу. Все, готово. Хая! Да блин, сколько вас вообще? Кто такие вообще вы? Мудак, иди сюда. Где он там вообще? Лохопедище, иди сюда. А где мои друганы-то? А, вот они. Пошли. Ну-ка, подвинься. Ёй! До свидания. Откуда вы вообще беретесь все только? Это мой. Подвинься. Самое нормальное места себе забил.
сюда. Есть, убили. Это Джо. Вон там только что был дядька. Блин, не умер. Сейчас умер, есть. Погодите-ка. У меня же само автомат есть. Во! Вышли на конец на улицу. Блин, а тут еще едут. А вон тут мужик, кто пешком, что ли, идет сюда? Я вот сюда заныкаюсь. Куда? Йо! Что это за такое? Где еще дядя? Понятно, я тебя вижу. Ну давай! Да ты вылези сначала. Так, минус один. Еще остался один. Я вижу на мини-карте, где ты находишься. Ну-ка, где ты там? Блин! Моя машина, мать ее, блин, поганая! Какого хрена ее взорвали? Откуда у вас вообще МП-40? Китайцы здесь тоже поубивали. Придется сесть в ихнюю машину. В их машину. Еще патроны. Так, ладно, я спрячу оружие. Вроде целая машина. Садитесь, братаны. Погнали. Все, давай, выгоняем машину. Так, забор можно вынести? Уезжаем. Мы выбрались. Где выход-то вообще? Че, погнали, 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 погнали. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Ёй, за ним погоня. Иди нахер от меня. Пошли нахер, твари. Стреляйте по ним. Что там вообще происходит? У них кто там летает? Из окна какой-то мужик вылетел. Вон и менты за нами уже. Вроде как от... Че, оторвались, да? Такое было, Генри? Без понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были ряженые. Может, китаёзы решили нас надуть? Сомневаюсь. Слушай, я разберусь, но сперва надо сбыть товар. Витор, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся. Хуже уже некуда, правда? Кому мы естественно, хуже того? Уже некуда. Разным ребятам. Эй, в каком это смысле разным ребятам? Разным ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой борьбы? Далеко вообще ехать? А, так мы уже почти приехали. Перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть... Надеюсь, нас не... Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты вообще не пошел. Да, именно. Слушай, так, есть максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдди Скарла, пока тебя не уберут или за решетку не загремишь. Ты в жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советовал? С талончиками, и когда нас чуть не угрохали, пока мы мочили того жердяя на Сент-Айленде. Ладно, ладно, хватит. Завтра это уже будет фигня. Поехали, Хантерс.
Да, вроде столько времени уже прошло. А как будто вчера его такого мочили, этого жердя и талончики, зима как будто была. Слушай, давай разберемся с первой партией, а потом будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Вито прав. Давайте просто доживем до вечера. А потом все будет в ажуре. Иди нахер отсюда. Вроде мы доехали по бырику, нас никто не догнал. Тут уже не до нормальной езды по правилам. Там тихо менты впереди. Нельзя быстро ехать, то они спалят. То, что у нас наркота. Я что, не доехал, что ли? Или куда ехать-то? Сюда. Мы на месте. Говорить буду я. Это крутые парни, так что без этих ваших шуточек. А, Джо? Приехали. Привет, парни, как дела? Сгони. А, черт! Хорошая дурь! Мы это сделали! Мы сорвали банк! Эй, не гони волну, еще не все. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют? Вот расплатимся с Бруно и поделим остатки, тогда и будем веселиться. Ладно, ладно. С вами был Терминатор, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока!